Здравствуйте! Сейчас я вам прочитаю один маленький рассказ из книги Михаила Пришвина «Рассказы». Рассказ называется «Норка и Жулька». Норка до того ревнует меня к Жульке, что когда я позову к себе Жульку, бежит с большой быстротой. А Жулька, само собой, ревнует Норку и тоже спешит, если я позову Норку. Теперь у них так и пошло. «Норка!» – кричу я. Появляется Жулька. Жулька! Появляется Норка. Вот и все. Такая маленькая история. Спасибо.